Я подготавливаюсь к обеду и ужину одновременно. Так, здесь у нас на обед будет суп с фрикадельками и с лапшой яичной. Наши самоеды отдыхают. Здесь фрукты. Длинные с утра. Вот это там, который называется КВ-6. КВ-6? Да. Вот это его друг. Хорошо. Иди садись. Ну, так, погружается. Это у нас Дизюша отдыхает тут, тоже плавится. Не оград взять. Нет, нет, сейчас будет ужин. Муж пришел с работы и делает мне кофеек. А у нас вообще такие классные в этом плане новости. Оказывается, на юге из-за жары людей отпускают домой. Так что муж мне пришел совсем рано, и мы вообще счастливые люди. А здесь у меня идет подготовка уже к ужину. Это фарш. Внутри лук, морковь, потом я это все сделаю в виде, такого соуса будет. Здесь у меня овощи помылись, это будет для салата. Куриное филе. Куриное филе я запеку вместе с моцареллой и... С чем это? Курей филица, да, запеку с моцареллой и... Как называется? Моцарелла. Моцарелла и... А, ну и помидоры, господи, вообще из головы аж повылетало. Так что вот так вот происходит у нас подготовка к обеду и ужину. Вот такая красота у меня сейчас получится. Сейчас я это все в духовку запихну и будет готово. Все, обед готов. Фрукты, блинчики, панкейки, куриное запеченное филе с моцареллой и помидором, супчик, салат. А это ребенок, который пытается вспомнить, как решаются примеры. Как решается? У меня тут уже почти все. Молодец. Вот еще один, который кто тоже вспоминает? Пытается. Вспоминает. Не пытается, а уже придумал. Идемте. Да. Обед готов и заканчивается уже подготовка к ужину. Как, Сонечка? Вкусно. Ты уже все доела. А мы на суп кушаем. Очень вкусно. Марс? Нормально. Вкусно. Обалденно. У меня суп с макароны. Прекрасно. Макароны. Лапша, да. А у меня много помнится. Вон, все там летом. Мама, осталось. Чего сделать? Осталось мне. А я вот сняла, да. Сонечка приступила ко второму блюду, да? Все там... Да, мясо, помидор и майонез. Это сметана. А это что у тебя? Салат. Салатик. И вот еще мясо. Прекрасно. Два мяса. Да. Так. Я буду есть тарелку первого. Первую еще будешь кушать? Да. Супчик, да? Да, суп. Супчик у нас лапша с фрикадельками. Лапша это, не макарошки, лапша яичная. Так. Лариоша, как тебе второе? Обалденное. Обалденное? Прекрасно. А я все съел. Доедай. Потому что с макаронами еще. Давай, съедай. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Ах, умняшечка. Всем приятного аппетита. Прекрасные абрикосы. А вы добрались. А вы добрались до десерта еще до а мне больше ужина. До обеда. Какой ужин? До обеда. Мы чисто по фруктам и по салату. Всем привет аппетита. Спасибо. Всем привет аппетита. Спасибо. Сынок, у тебя перекус? Угу. У меня тоже. Ты еще не съела второе перекус у нее. Прекрасно. Первый, и папа. У Сашки перекус, но похоже, к нему сегодня зубная фея прилетит. Саша? Похоже, да. Мама, а у Саши отвалился зуб, и потом... Это тяжелое у него было. Семья, всем приятного аппетита. Аппетит!